Такс. Ютубчик, вы на месте, вы все слышите, все видите. Все ли хорошо? Раз-два, раз-два, раз-два. Прием, прием. Раз-два, да, да, ютубчик меня видит. Ютуб, еще раз всем привет. К сожалению, что-то сегодня ютаб, видать, хандрит. И почему-то крашится, крашится, ребятки. Крашится у нас с вами стрим. Ну, ничего страшного, ребят. Добро пожаловать еще раз, ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик. Ничего, бывает, бывает, знаете ли, это ютаб. Бывает все-таки уже старый ютаб, понимаете, года идут, но ничего, ничего, переживем, как говорится. Так, ну что ж, давайте продолжим создавать нашего замечательного героя, но вроде как мы с вами почти, сейчас я здесь две кнопочки нажму. Так, сейчас одну секундочку, бам, бам. Бам-бам-бам-бам. Так, надо оповещалочку, да, наверное, закинуть новую. Давайте я быстренько кину. TX. Угу. У Ютуба бывает. Так, все, погнали. Погнали. Продолжаем. Итак, ребята, мы остановились на том, выясняем с вами, что такое сила, интеллект и все-все-все вот это вот прочее. Значит, интеллект я не особо, если честно, понял, что такое кибердеки и прочее, прочее, прочее. На что это все дело вообще, в принципе, влияет, не особо понятно. Реакция. Ну, здесь, наверное, логично по описанию. Эта характеристика влияет на вашу маневренность, в том числе общую скорость передвижения. На каждом новом уровне реакции ваши показатели меняются. Пассивная вероятность уклонения от атак врага увеличивается на 1%. Ну, 1%, наверное, это не так много. Что-то мне подсказывает. Типа как пассивка. Вероятность критического попадания. Ну, это как, наверное, ловкость. Это как ловкость, знаете, такая во всех играх. То есть ты более маневренный становишься. Я думаю, что да. Можно будет вот реакция, сила, техника. Эта характеристика влияет на ваше владение техническими навыками. Она позволяет отпирать двери, использовать пользоваться электромагнитным оружием. На каждом новом уровне техники показатель брони увеличивается на 5%. Очень интересная вот эта вот вещь. Хладнокровие. Эта характеристика влияет на вашу выдержку, собранность, эффективность во время скрытого передвижения. На каждом новом уровне хладнокровия открывается критический урон, увеличивается на 2%. Все виды сопротивления повышаются на 1%. Урон... Спасибо, Влад, все в порядке, спасибо. Урон при скрытом передвижении увеличивается на 10%. Обнаруживает... Я бы, наверное, прокачал вот технику. 7 очков. Давайте вот так. Давайте, наверное, вот так и вот так. Как-нибудь, наверное, вот так. Хладнокровие. Хотя, может, и пригодится. Хладнокровие может реально пригодиться. Здесь вот под вопросом. Здесь такое, знаете... Можно технаря сделать. Можно, в принципе... Можно вот так вот сделать. Давайте вот так оставим. Погнали. Блин, прикольно, кстати, сделано. Так, продолжаем. Звук, ребят, все остальное обязательно пишите в чатике. Сейчас поправим, если что. Картинку вы сказали отключить DLS. Сейчас сделаем. Я бы не сказал, кстати, что мылит как-то. Вот обезболивающий. Ля! Вправить сломанный нос. Найс. Начало мне нравится.
Ну давай, давай вправим. Все будет окей. Давай, не бойся. Давай, родной. Блять, уебок. Все в порядке, Армано? Какой-то хуило захотел моих денег. Я разобрался. Что, кто-то с района? Назови хоть одного такого борзого у нас на районе. Слушай, Ви, нарисовалась проблема. Серьезная. Что такое? Попал в переплет? Помощь нужна. Спасибо, а то уж я отчаялся. Я, ну, задолжал Кирку. Если ты завтра не отдам, он мне ноги переломает. А с ним вообще лучше не ссориться. Его картели прикрывают. Ты взял взаймы у Кирка? Он же ебаный ростовщик. Спасибо. Каждая крыса в Хейвуде это знает. У меня это брат откинулся. Надо было его встретить. Сам виноват, знаю. Давайте пообщаемся. Я поговорю с Кирком. А ты мне потом будешь должен. Это симулятор Рашкина. Впервые в Night City, тогда советуем пройти обучение, которое познакомит вас с основами игрового процесса. Ну, можно, да, кстати, потому что это можно. Так, размытие. Размытие надо 100% оффать. Я так думаю. Спасибо. Да, размытие. Размытие здесь лишнее. Давайте сразу его понерфим. Где-то в графике, по-моему, я видел эту карусель. Размытость — это что-то типа, наверное, зернистости или еще чего-то. Сейчас мы найдем эту. Так. Я думаю, что вот это, наверное. Размытость при передвижении, вот. А ну-ка. Ня. Не, не то. Угол обзора. Угол обзора можно чуть повыше сделать. Наверное, вот так вот. Так, это нет. Глубина резкости. Освещение лиц. Фильтрация, качество, локальные тени. Рассеянное затенение отражений. Либо же вот это. DLS, да, вы мне сказали? Вообще отключи. Давай попробуем. Это вообще лажа. Херовый совет. Качество, сбалансированная производительность, ультрапроизводительность. А ну-ка, если вот так. Это сколько? Миллион FPS? О, да. Это обычный бар. Такой, знаешь, среднестатистический быдлятник. Так, погнали. Сегодня была у Хави в больнице. Слава богу, просто ребра поломаны. Привет, Кир. Есть дело. Ви, какие люди! Выкладывай, что тебе надо. Пепе просил с тобой поговорить. А он сам что, стесняется? Для Боров. Скажи ему, что я не кусаюсь. Пока что. Картина Репина, ёпта, приплыли. А тебе хули надо? Шо? Перенеси срок, а? Он все вернет. Ему просто нужно больше времени. Я чё, по-твоему, благотворительный фонд? Если ты занимаешь, то будь добр отдать с процентами. Он, блядь, знал, на что подписывается. Да из чего мне давать поблажки ебанатам, которые не держат слова, а? Дело не в нем. Просто я об этом тебя прошу. Ну, ты меня знаешь. Я человек деловой. Скажи, что мне с этого будет.
Но, типа, мы можем ему сказать, я тебе тоже помогу, но мы тогда встрянем. Он нас к нам потом может обратиться. Ты чё, подвис-то? Ну, окей. Как обычно, услуга за услугу. Ты поможешь мне, я тебе. Хорошо. У меня как раз есть одна идея. Окей. Клевая тачка, да? Бэха семерка. В таких всего четыре. Одна у директора Рейфилда. Вторая у мэра Райана. Третья стоит в пункте проката. А четвертая? А четвертая скоро будет у моего клиента. Конечно, после того, как ты ее угонишь. Понимаем. Ты чё, подвис-то? Да давай. Вы с Пепе будете врачи. Легчайше. Само собой, я свое слово держу, ты же знаешь. Все просто. Угонишь для меня этот Рейфилд. Спешу долг Пепе. И тебе тоже что-нибудь подкину по доброте душевной. Мой человек Рик работает на парковке углей. Это клуб, где бывает хозяин Рейфилда. Каждый вечер пятницы он там как штык. Как только ты придешь, Рик выключит камеры, откроет ворота и вперед. Тебе останется только сесть в Рейфилд и укатить. Все просто. Кто хозяин машины? Первый вопрос. А кто владелец? Да какой-то японец из Арасаки. Приехал, раскидывается тут деньгами направо и налево. Как его зовут? Не знаю. Да и похуй. Мое дело искать редкость, а его тачка эпически редкая. Сигналка. Как ты себе это представляешь? Я влетаю под пузо этому Рейфилду, замыкаю провода и дальше еду куда хочу? Кирк, у таких машин есть сигналка. Кстати, очень хорошая. Вот этой вот хреновиной открывают двери в сервис-центрах Рейфилда. Она обходит идентификацию личности. То есть это ключ от всех Рейфилдов в городе? Да ладно, Кирк. Ты ведь сам в это не веришь. Волшебники из Кабуки и не так. Что-то попахивает каким-то шляпой. Август, укрепись, спасибо. Укрепись в вере, брат. Так что, согласен? Сука, я ему не доверяю. Ты чё, подвис-то? Не забудь про наш уговор. Спокойно, Ви. Говорю тебе, ты на этом еще и... Я ему не верю. Езжай в угли, это в глине. Рик будет ждать тебя в гараже. Договоритесь с ним обо всем. Удачи. Буду голосовать. А ну-ка, чуть-чуть голоса погромче, я думаю, надо сделать. Чуть-чуть погромче. Я бы, наверное, вот так вот где-то сделал. Да, чуть-чуть. Пиралис. Во, оно. Никакой разницы, чувак. Пиралис, Райан. Что-то какая-то шляпа, мне кажется, сейчас мы можем реально встретить. И что? Какие долги? Тяжелый сукин сын. Я... Так, блять, а чё это я не вижу ни лимонов, ни лаймов, а? Подайте мелочи ветерану. Так, я слушаю. Подайте мелочи ветерану. На. Держи. Спасибо, мальчик. Помоги тебе Бог. Это что за херня? А, я понял. Кибернетический бог пожирает своих детей. И своих людей в Санто. Пусть приготовятся. Да, падре. Ну надо же. Падре. Кого я вижу? Ви, давно не виделись. Не знал, что ты в городе. Себастьян и Барра ничуть не изменился. Никто уже не называет меня по имени. Я и сам его почти забыл. Как дела, падре? Да все так же. В Хейвуде ничего не меняется. Ты лучше о себе расскажи. Я вернулся из Атланты пару недель назад. Вижу, что дома тебя уже встретили. Как там, на востоке? Расскажу как-нибудь. Мне сейчас надо по делам. Так давай мы тебя подвезем, заодно и расскажешь. О! Маркус, поехали. Вот это от души родной. Ля, нихера машина, ёпта.
Майбах, че не Майбах? Тебя куда? В Глен. Подбросьте меня к углям. К парадному? Нет, к черному входу. Я покажу, где встать. Маркус, ты слышал? Здрасте, Маркус. Страшно, блядь, тебе очень страшно. Старый добрый Найт-Сити? Заказы есть? Мелочь всякая, то тут, то там. Ничего крупного пока. Так что я справляюсь. Но спасибо, что спросил. Так что, Атланта оказалась не такой, как ты ожидал? Как видишь, я вернулся. Если бы ожидания оправдались, я бы остался там. Может, это все и к лучшему. Я не понимаю, машины с годами вообще, что ли, не меняются? Ля кнопок. Охереть. О, черт. Пошло добро. Останови машину. Братиш, что за негатив, ёпта? Ничего. Оружие есть? Нет. Не понял. Ну-ка дайте-ка волыну. Себастьян и Барра. Нет, это не я. Похоже, мне сегодня повезло. Чего тебе? Разобраться. Раз и навсегда. Нахер пошел отсюда. У меня к тебе хорошее предложение, папаша. Ты уебываешь свисты и ребят своих забираешь с собой. Я отдаю тебе Глен, и мы квиты. Можешь спать спокойно. Ха. Видишь, какой я добрый. Следак, здорово. Ну, папаша. Слышь, я... хоть одно слово. Тебе пальцем жопу сейчас проткну. Я тебя не знаю. Сука. Я тебя тоже. А это значит, нихуя ты тут не стоишь и нихуя не можешь. Шо? Ну, что-нибудь еще? Шо? Мне кажется, наш разговор подошел к концу. Я сейчас могу реально быкануть. Берегись, падра. В этом городе легко поймать пулю. К тебе это тоже относится. Нахуй пошел! Маркус, трогай. Пошло добро. Обидно, да? Черти, блядь. Я рад, что ты не забыл свои корни. Держишься молодцом. Вокруг всегда полно таких недоносков. Они крутые, пока ствол не увидят. Чё за черт? Чувак? Да неважно. Через неделю его не станет, зато появится другой. Найс. Он угрожал тебе оружием. Верно. И он за это заплатит. Просто попустили типов. Сейчас они могут где-нибудь нас догнать. Стань вон там. Да, спасибо. Дальше сам спущусь. Вот, на прощание. Твой номер? Может пригодиться. Вдруг мы с тобой еще поработаем вместе. Карта? Как 2 года назад. Дедок, кстати, вроде спасибо, нормальный. Падре. Падре вроде нормальный такой тип. Мне пора. Все, спасибо, пацаны. Ну, с богом. Пост дал, пост при... Ух, ёпта. А нормально, нет вообще все? Да чтоб тебя! Шо? Эй! О, бонжорно, мисс Кузи. Помню, зашел я в один бал. Бар в один зашел. А у вас точно будут бесплатные футболки? Ви, как дела? Еще не родила. Я на месте. Ищу твоего человека. А, нет, родила. Рик отличный парень, отвечаю. Доверяю ему как брату. Ага. Я бы вот лучше Падре доверял. Да, чем могу служить? Я тачку угоню, ты не против? Я от Кирка. Ага.
Камеры я вырубил. У тебя 20 минут. Делай свое дело. За 20 минут, мой хороший. Кирк, вижу машину. Твой час настал, малыш. Действуй. Легчайший, сейчас смотри, с первого раза, смотри, родной. Маловерный ты человек. Оп. Видишь, мы богаты. Теперь заводи тачку и позвони мне с дороги. Что-то какой-то, по-моему, на Ёб ТВ, нет? Ля, пимер. Ага. Похоже, проблем быть не должно. Ага. Ой. Ой. Вылезай. А ты еще кто? Вылезай, блядь. До свидания. Живо. Ой, блядь. О, блядь. Водить умеешь? Вылезай. Блядь, ты лагерь. Ты что творишь? Кеттингад. Че за... Папа, это он! Это не я! Мужики, бля, буду, это он! Не с места! Угнал у меня машину! Это он! И вообще сижу спокойно. Мордой в землю, сука, быстро! Ха-ха-ха, тебе, блядь! И мне тоже. Да за шо? За шо? Я... Шо? Джеки Уэллс, мой добрый сосед. Сука, все из-за тебя. Так и не поумнел ни на грамм. За шо? За шо ты? Эй, детектив Стинс! Надо же, какая встреча. Мужики, этот... Салат ни в чем не виноват. Один хрен. Погоди-ка. А тебя я тоже припомню. Не-не-не-не-не-не-не. Давай, говори. Не а считай. Я тебя нет. А я тебя нет. А ты вроде уехал в Атланту искать счастье. Похоже, не нашел, да? Нашел, вон машина я моя говорил, стоит. Я говорил, что у всей Хейвудской перхоти одна судьба. Тут рождаться, тут жить и тут подыхать. Чё? Я, как всегда, был прав. И чё? Хорош болтать. Уёба, сам. Как что? Поедете искать счастье в колонию? Да какая колония? Мужики, давай договоримся. Вытащи палец из драки. Ладно, инспектор, тебе-то с этого что? Закроешь нас, посидим мы до суда, поплюем в потолок. А, да, это все он! Пацаны к успеху потому шли. Отпустят, потому что в тюрьмах только не получилось, не фартануло. Воры это они? Бля, простые припёрся. Уличные бродяги? Мы взяли их с поличным, мистер Фуджиока. Сейчас поедем в участок. Да нахрена ёп, твою это мать. Надо? У меня нет времени снимать показания и играть в следствие. Вы предлагаете их отпустить? Я предлагаю сломать им ноги. Надеть наручники и бросить в море... А, Россия без коррупции! Блядь, нельзя так делать, мужики! Я в милицию хочу, заберите! Вы это слышали? За шо, блядь? У, сука! Да за шо? Нихера. Ой, блядь! Я только нос вправил! Чтоб вас всех... Салам алейкум. Это алейкум ассалам. Там такая обстановка была. Я уж решил, что мы живыми не выберемся. Из-за тебя, Петуч, я тачку не угнал. Мамин ты, блядь, грабитель. Нет, Стинс бы так не поступил. Ты прямо уверен? Ну да. Он же сам из Хейвуда. Пиджаков ненавидит так же, как и мы с тобой. Просто делал, что должен был, и все. Если б не я, ты бы уже рассекал по городу на этой красавице. Вот это правильно. Да не переживай. Это дело пованивало с самого начала. Самопальному говну из Кабуки такая сигналка не по зубам. Ничего удивительного, что копы приехали. Ну, познакомимся по-человечески. Ай, ну давай. Джеки Уэллс. Ви. А, погоди, ты бываешь в Койоте? Не, я в Голубой Устрице в основном. Погоди, Уэллс? Как мама Уэллс? Ну, понятно, откуда я знаю эту фамилию. Все верно. Койот — это кабак моей мамы. О, а я с мамкой, странно, кстати, знаком. Странно, как мы раньше не встретились. Ну, как, мы заочно знакомы. В Койоте я и получил заказ на тачку.
от Кирка. Ты работаешь с этим абсосом? Пепе торчит ему кучу денег. Пепе. Вот я за него и вписался. Твой Пепа, конечно, вообще. Прогнуться под такую гниду, как Кирк. Ты же слышал, что говорят? За ним стоят картели. Картели? Нет, нет. Я видел ребят из картелей, и могу тебе гарантировать, ни один из них про Кирка даже не слышал. Этот каброн еще пожалеет, что подставил кого-то из Хейвуда. Я бы чего-нибудь заточил. Бамос. Да давай, чё? А чё, мы приятели, что ли? Ты на меня волыну направил? Иди давай, вот это... так сразу? Хоть бургер мне купи. Ты мне только что пушку к виску приставлял. Соглы. Да, кто помогает моим друзьям, тот мне тоже друг. Ну чё, без обид? Не, ну а чё, вроде нормальный пацан. А чё, как по мне, это хорошее начало. Начало чего? Нашей дружбы. Мы просто два сапога пара. Брал руки нахер от меня. Сапога, ну, давай, пара. Пошли. Знаю я вас, ёпта. Я с утра ничего не ел. Еда — это хорошо. Пошли. Потом, блядь, в ванной со льдом без почки окажешься. Привет, привет! Приятного просмотра. Спасибо, Франк, Август. Спасибо за донаты. У микрофона Стэнли, и мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебя приют, а потом останавливает на улице и спрашивает: закурить не найдется? Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Морган Блэкхенд и Уайланд Бобо. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но выше лиги люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, просто тем внесли. Ты выгораешь, и тем больше шансов поймать пулю. Я говорю, это симулятор гопника. Охереть. Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити. На кладбище. К счастью, тут все абсолютно насрать, с чего ты начинал и откуда приехал. Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал. Это Найт-Сити. Для футболка, кстати, вообще просто бомбическая. Город мечты. Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Смотри в оба. Слышишь, Ви? А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Да легко, давай. Хуже не будет. Куда мне его вставить? А, да ладно. Так работает. Начнем с курса базовой боевой подготовки. Этот сеанс будет записан и подвергнут оценке. Шо? Шо, блядь? Этот курс разработан для оттачивания основных боевых навыков и тренировки рефлексов. Легко. То, чего вы здесь научитесь, поможет вам выживать и даже побеждать на поле боя. Я расскажу вам, как эффективно стрелять, скрытно передвигаться и взламывать локальные сети противника. Мы в Мелитехе. Мелитех шифрует все через жопу. Зато муштровать их там начинают, видимо, с детства. Так, а теперь на позицию, бля. Пошел, пошел, пошел! Бля! Давай, пошло добро. Смотри, легко с первого раза сейчас прохожу. Сейчас будем проходить курс учебной стрельбы. Ничего давай, сложного, давай, обещаю. Давай, мать, ёпта, 20 лет контрструки, смотри, фиксируй. Эть, 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 шо? Как я вы это знал, прокомментируете? У тебя проблем не будет. Комментарий может, оставить? Тогда немного поднимем планку? Легко, давай. Шо? Что ж, неплохо. Но учти, в реальном мире у мишени будут пули. Что ты стоишь? Беги в укрытие. Присесть? Ага. Куда?
Куда лезем, родной? Тебя подбили. Если хочешь выжить, доставай реаниматор. X. Ага. Понял, принял. Если готов, иди в тренировочную зону. Легчайше. Поехали. О, смотри. Он решил захватить с собой друзей. Ты знаешь, что делать. Куда лезем, ребята? Очень хорошо, Ви. Встань на платформу и пойдем до... Дальше у нас по списку взлом. Сразу скажу, пожилой взлом. Что поменяло в учебном материале. Мать, это ко мне. Я сундуки люблю лутать. Ля стоит. А как? А, ни хрена себе. Пожилое сканирование. Предметы, которые относятся к заданиям, подсвечены золотым. Просканируйте два таких предмета. Легчайше. Ну что ж, в этом модуле объясняется, как... Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Я пожилой хацкер. А эти? Да в смысле, мне туда надо или да? Ну... Выбирать скрипты. Отвлечение врагов. Вызывайте сбой в работе устройства. Отвлекайте окружающих. Обращайте в локальности врага. Раскроет. А, это типа... Все, я понял. Скрипт отвлечения врагов. Сбить. Чавой! Шо надо-то? Ну. Пожилой запуск. Соберись, Ви. Легчайше. Да в смысле? Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Да я, блядь, я сама аккуратность. Так, вот сейчас точно все получится. Смотри, смотри, смотри. Грёбаные корпораты. Торжество формы, блядь. Форму, блядь. Теперь Сука. Спокойно, попробуй еще раз. Попробуй аккуратно хакнуть. Кран, чтобы отвлечь охранника. Грёбаные корпораты. Торжество формы, блять. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Устранить по-тихому, ну, это все, ко мне. Он твой. Устраняй его. А, ёпта, ты могла бы сказать, спокойно, дура! Попробуй еще раз. Блять. Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Я хацкер. Так, все, вот сейчас точно получится. Все. Я теперь все шарю. Я теперь этот... Как его? Вы поняли? Я теперь взломщик мамин. Все, смотри, взлом. А эти? Грёбаные корпораты. Торжество формы, блять. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Ну все, он твой. Устраняй Бан. Его. Спокойной ночи, ёпт. В нашем деле главное не оставлять никаких улик. Особенно человеческих. Подними этого чувака и спрячь куда-нибудь. Спрятать тело. Так, теперь попробую устранить его за одно движение. Чавой?
Спокойной ночи. Ну что, попробуешь взломать кого-нибудь в реальном времени? Естественно. Смотри, мать, с первого раза. Проверяй. Бля, кого взломать? Сложные скрипты позволяют вам использовать в своих элементах окружение и даже врагов. Вот для чего эта херня нужна. Вы можете взламывать устройство врагов, даже если управляете камерой или турелью. Да ладно! Что, так можно было? Это чё такое, блядь? Чавой! Для отправки демона ледокол нужно воспользоваться последовательностью элементов, выбрав их в матрице. Легчайше. Погнали. Взрывай гранату. С первого раза. Пожилой взрыв гранаты. Охренеть, нифига себе. Ля, дурак. Шо? Короче, это как двойной взлом. То есть ты его раз взламываешь, если получилось, ты его второй раз взламываешь. Слушай, надо вот эту карусель качать, вот это со взломами. Это вообще топовая тема. Видишь? Надо было Вижу. Просто отключить мозг и выполнить приказ. А еще лучше просто прямо кулаки прокачать милитей. И начать их просто пиздить. Ну что ж, мудрый командир. Гениальное решение. Алгоритм Милитеха дал тебе высокие баллы. Есть еще модули, чтобы потренировать другие навыки. Или можно закруглиться, если хочешь. Давай, а чё? На Слом. Улицах никто не будет тебе подсказывать и прощать ошибки. Мать, давай ты не будешь сейчас усугублять уже усугубленное. Нет, скрытость — это я сама скрытность. Ты приглашение вот. Ждешь? Подожди, основы боя... Чё она еще сказала? Взлом. Да скрытность, да я сама скрытность, мать. Так, сначала немного поработаем над твоей скрытностью. Ага. Я, блядь, сама незаметность. И чё нужно? А, я понял. Так. Чтобы смотреть врага с помощью оптического... Посмотрите на него, зажмите. Зажал. И чё? Бля, что зажать-то надо? Алло! Зажмите, и просто мышка нарисована. Куда нажать-то, мать? Ага. Враг, который не догадываешься о вашем присутствии, будет жить своей жизнью, найти закономерность в его поведении и... Знаешь, чтобы заметно пройти. Ага. Это вообще легко, я сейчас пройду. С первого раза, смотри. Показываю. С первого раза. Это как? Спрячься, но это как во всех играх. Ага. Ну что ж, не так и позорно. Теперь медленно иди к выходу. Тебя не должны заметить. Это как так? Я, блядь, сама незаметность. Не высовывайся, Ви. Смотрел вирты про ниндзя. Стань невидимым. Кия, блядь! Да я успел! Супер, молодец. Ха-ха! Следующую сцену. Шо. Я сама незаметность. Видали? Шо.
Обращайте внимание... А, ну, система безопасности, теперь я понял. Теперь то же самое, только с камерой. Угу. О, понятно. А, ну, короче, лучи, типа, показывает, где. Все, я понял. Так это легко. Наверное. Нихера себе. Че, ты Кашпировский, что ли? Любуешься видами? Мать, ты давай не нагнетай, и так страшно. Легчайше. Отлично размялись. Встань на платформу, чтобы выйти из симуляции. Пожилой стелс. Окей, дальше у нас продвинутые приемы боя. О! И на этом будем закругляться. Да вообще легко, где? Сейчас смотри, сейчас тоже смотри. Смотри, показываю просто. Сейчас будешь знакомиться жестко. С врагами в рукопашном бою. Устрани вот этого. Только под руку ему не попадись. Чего? О, чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ну что, другалетчик? Подожди, схватить. Бан, блядь! Нет, нет, нет. Давай сначала. Спасибо, ребят, за лайкосы. Спасибо. Добро пожаловать на трансляцию. Подожди, схватить, я... Почему Эвки-то нет? Алло. Спокойно, попробую еще раз. Вообще ничего не подсвечивается. Погоди. Подкрасться к врагу? Ну! Схватить врага. Быстро атаковать. Зажать, уклониться. Зе, затуп. Что нажать-то? Бля, непонятно. Нет, нет, нет. Давай сначала. ЛКМ тоже не то. Может, багулю словил? Ну, реально нет ничего. Соберись, Ви. Подожди. Ничего нет вообще. F, я в упор подхожу к нему. F не работает. Вот, я подхожу, окей. Подкрасться, подкрался. Ну, F, ну, F. Не работает F, блядь. Спокойно, попробую еще раз. Нет, вообще F. Понятно. Вот, схватить появилось. Наконец-то, ёп. Блядь, что за негатив? Враги, чей уровень значительно превышает ваш, отмеченный значком, короче, черепком. Будьте осторожны, вступая с ним в бой. Ну ладно, хватит. Подыщем кого-нибудь из твоей весовой категории. Да давай я его размотаю сейчас. Давай, другалетчик, давай. Оп. Шо? Как ты это прокомментируешь? А? Бан, блядь. Чтобы выполнить комбо из быстрых атак, нажмите... Угу. Чтобы накопить энергию... Ну, это понятно. Это, короче... Можно вот так вот просто подойти, как... Бан, блядь. Выносливость. Вы расходите выносливость, атакую врага. Ага. Ну, чё, родной? Попробуйте ударить в блок. Поднимем сложность с низкой до нормальной. Следующий дебил будет блокировать твои удары. Бан, блядь. Угу.
А, блок сильная атака пробивает. Ага. Я услышал. Оп, оп, оп. Легко. Теперь сбросим скорость. Нихуя ты, Тайсон, ёпта. Ты, блядь, ты Джеки Чан, чи не Джеки Чан? Две сильные атаки заблокировать. Легко. Ага, отсосёшь. Куда ты, бля, лезешь, ёпт? Контратака. Заблокируй туда автоматически контратаковать. Короче. Ага. Этот дебил теряет точку опоры, когда замахивается. Подходи и бей на опережение. А вот это было хорошо. Ви, этот дебил вообще не должен по тебе попадать. Не подставляйся. Сука. Ты прошел путь дебилов, мой юный ученик. Мне больше нечего тебя научить. Настало время пройти последнее испытание. Пан, блять. Сука. Теперь перейдем к холодному оружию. Бери меч. А ну-ка. Бля, катана, это сильно. Ты ёб, ты куда? Ты дурак, что ли? Пан. Друголетчик. Хорошо, теперь покажи, чему ты научился. Угу. Ёб твою мать, ты дурной, что ли? Читай, блядь. Блядь. Смотрю, ты совсем освоился. Давай. Мать. Напротив слова самурай будет стоять мое имя, понимаешь, если ты введешь в гугле. Ты еще мне пистолет в руки не давала. Ну как? Подписка, лайк. Очень. Можем заняться настоящим делом. Бля, думал, он сейчас сексом скажет. Вакака сказала, как лучше выполнять этот заказ. Я тебе не мама. Тебе платят, ты и думай. Работа легчайшая. Называйте я меня готов. Просто сегодня сенсей. Можно подаван. Так. Лифт, пошли. Шут. Достижение, найс. Давай быстрее, Ви. Ты последний зашел. И? Ты готов? Нет. Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаром. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Ютуб, да, ребят. Если что, Ютуб немножечко хандрит. Просто F5, ребят, прожмите, и все будет в порядке. Просто F5-очку прожимайте, да. Ютубчик, ребят. Ютубчик лагает, к сожалению, под утро. Ничего страшного. F5. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не рассказываешь тут с нами. Но мы все равно... Сейчас все в порядке у вас? Все? Отпустило? Все отпустило, ребят.
я зайду, посмотрю. Все, все хорошо. У меня вообще нет дропов. YouTube как всегда, да-да-да. У него утро, вечер. Все, все хорошо. Ноль лагов. Все, отлично, ребят. Продолжаем. Команда. Как мило. Успокойтесь уже оба. Мы почти на месте. Слышишь, Бак? Соберись. Номер 1237. Цель должна быть там, но... Хера, он с двумя стволами? Хоть бы она была жива. Это ты? Ненавижу играть в спасателей. Не тормозите. Надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту. Не высовывайся. О. Штучки. Мы что, опоздали? Ви, глянь, это она. Блять, что за жесть? У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой зататеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Охренеть. Это не она. Ищем дальше. Сейчас, секунду, давайте здесь маленечко полутаем. Ребят, мы все-таки на максимальном уровне сложности. Может быть, что-то найдем. Я не знаю пока для чего это, но я уверен, это все пригодится. Кстати, очень удобно отмечено, хочу заметить. Автонаводку, все остальное, ребят, кто не видел, в первой части я убрал, если что. Стрельба сейчас происходит просто по хардкорчу. Не спать. Тут еще пиндехос. Пиндехос? Убери его по-тихому. Не дергайся. По-тихому, это ко мне, ебать. Надо его спрятать. Трупами лучше не раскидываться, согласен? Если о, да. Слетятся, как мухи на голову. Красава. Сам бы лучше не сделал. Тише. За... Есть такое ощущение, что, знаешь, разбирали этих роботов или я хз что делали. Внимание, новые тела на подходе. Они уже близко. Но вот за ними рабочие. А там и дверь. Есть еще корпорат, не убери. Для нее нужен свой покупатель. Такой хром стоит дохуя. Подожди, чё? 1C. Кто там жены ссыться? Это ты? Осторожно, а то нас поймают. Ну, ты поехали, ёпта. Разнесём этих уродов! Ха-ха-ха! Пляши, паскуда! Бля, я понял. В лоб тут, короче. Патрон! Ви! Точно не хотим. Сальца в голову!
В лоб здесь, короче, лезть точно не стоит. Я уже это понял. Не, ну они стягаются нормально. И это все? Берегись этих! Хорошо. Я понял. Слушайте, ну здесь реально надо думать. Это круто. Это очень круто. Это реально круто. Все, я услышал. Давайте тогда будем сейчас прям очень внимательно все делать. Здесь надо взламывать их, потому что... Не торопись, так, так не прокатит здесь играть в лоб. Давайте пройдем. Не дергайся, а то нас увидят. Внимание, новые тела на подходе. Они уже близко. Но вот такие ключи. Одна пойдет на их нам идут. Есть меня. Еще корпорат. Убери. Это не она свой. Е9. Блять, все, я понял, как это работает. Е9. А, все, я услышал, как. Подожди. Обижай! Тебя увидят! Честное слово! Бля. Жестко. Гаси его! Чингао! Чуть не наш. Еще кто-то есть. Найдите их и разберитесь. Вы же не хотите подставить цель под обстрел? Или получить пулю в спину? Эх, он запута! Давайте, ковроны! Кто на меня? Нет, проще даже вот так, наверное, их отрабатывать. Выстрел. Я его зацепил. Как вам такое, ковродаш? Боец убит. Чур я беру хром. Конечно, не хватает дико. Еще где-то типан стоит. Эй, Ви! Пригнись! Ищите и обрящите, Кавронос! Хорош. Нам больше некуда идти. Баб, что у тебя помогло здание? Надо реально аккуратнее. Слева от вас. Через секунду открою. Ща, пацаны. Ви, просто отвлеки его. Дальше я справлюсь. Дверь в комнату тоже открыта. Будьте внимательны. Сейчас, родной, я здесь все посмотрю еще раз. Ви! Зайца в голову! Еб твою мать, ну, ты... Ну-ка, зрисни.
Слушай, ну неплохо. Короче, с ними можно стреляться, я вам так скажу. Даже с какими-то говеными этими стволами можно стреляться. Ну, даже с одной отвлекай стороны быстрее! Поинтереснее. Вот там все отвлекаешь. Но очень важно их сканировать, потому что появляется легальная ВХ. Реально появляется легальная ВХ, и убивать их вообще тогда не составляет никакого труда. Немерено волын налутали. Ёб твою мать, ты... На датчиках движения нет. Вы его обнулили. Можно идти. Чисто. Черт, где эта девица? Ищите, должна быть где-то там. Я так понял, эта игра тоже, знаешь, типа, ну, кто-то будет проходить прям медленно, типа, ползать, взламывать вот эту всю херню. Я бы здесь, конечно, пострелялся чисто. Ну и время от времени бы повзламывал. Но взломы долго, хотя, наверное, это тоже дело привычки. Наверное. Опа. Я, короче, не знаю, столько лута здесь забрал. Опа! Вот это нормально. Вот это. Ёб твою мать. Наш формат. Вот это я понимаю. Хера себе, но он еле-еле, правда, с ним ходит, но это все, это забей. Хилок немерено. Да не, можно с ними стреляться. Это реально можно. Дропа просто, я не знаю, как... А будто как это, рок изобилия, знаешь? Блять, господи боже. Это она. Чё наша цель. Мы успели? Она жива? Сейчас проверим. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Выглядит подключаюсь. Она дерьмово. Мне кажется, это Габелла. Сандра Дорсет. NS570442. Платиновый статус в травме. Платиновый? Бля... К ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху, Тибак! Это тебе не вип-клиника. Тут ванны со льдом и крюки с топорами. Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. Вроде как есть. Да, есть чип. Сейчас выну. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на бок. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Попроси-то. Вынимай ее из этой херни. Сейчас, одну секунду. Угу. Ви! Блять! Она уходит! Ну, походу, дело все Габелла. Только этого не хватало! Джеки, инжектор! Лови, эссе! Походу, дело откачали. Ну, вроде... Вроде помогло. Фуэрэйсэ, выноси ее отсюда! Жестко. Очень давай, жестко. Выноси ее на балкон. Давай попробуем, может спасем. Блин, очень реалистично выглядит. Раздрабом уважение, конечно, за это. Осторожно, это посадка.
давай, пацаны, забирайте, ёпсё, ё... Шагов назад. Быстро! О, сука! ТТ-133 центру. Получили пациентку НС-570442. Нормально, скорая работает в будущем. Охренеть! Спасибо, ребят, за подписки. Спасибо. Чатик закрыл, потому что очень много спама. Сорян. Все, уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Круто. Где бы руки помыть? Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. Слушай, Мано, тут вот какое дело. Можно взять твою тачку? Нет. У меня свидание с Мисти. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсос. Да бери, конечно, Джек. Только сильно не привыкай. Ты прямо мой спаситель, Ви. Что, может подбросить тебя домой? Ну давай. Я все равно устал. Мне интересно, что мы собираем. Что это такое? Что за детали? Чуть не забыл. Очень Позвони интересно. Позвони сейчас в Акака. Дай я знать, что работа сделана. Все прошло. Клиентка жива-здорова. Ну, относительно. 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 Мы передали ее травме. Они поставят ее на ноги. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Уотсон оцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, копы оцепили Уотсон. Если я не хочу... Положись на меня, Мано. Я поведу. Репутация плюс 2. То есть здесь есть еще какая-то репа. Мне интересно, что за... Ага, создание. Ёб твою мать. Что за... это просто... это просто жесть. Короче, мы находим части и из этого крафтим что-то. Гранаты... Угу. Ага. Я, в принципе, понял. На пистолет. Куча всего тоже улучшений. На действующий, не действует. Короче, здесь просто черт ногу сломит. Угу. Я бы Ревик, конечно, взял, но я не знаю, он возьмется. Ли. Вот это хорош. Вот это хорош. А ну-ка. А он возьмется. А ну-ка еще разочек. Не-н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 е. Угу. А сюда что у нас есть? Двуствольное ружье. Еще какой-то есть револьвер. Какой-то золотой есть револьвер. Может, мы с кого-то подобрали? Прицел, ствол.
Короче, есть золотой, есть обычный ревик. Можно, знаешь, что сделать? Вот за место вот этого револьвера поставить, наверное, ружбайку. Вот. Вот это я понимаю. Просто дедган. Вот это наш... Наша тема. Что же я сразу-то не посмотрел? Одобряем такие движения. Добро пожаловать, ребят, на стрим. Welcome. Спасибо огромное за донаты, за лайки, ребят. Добро пожаловать. Спасибо. Пока, ребят, чтобы спойлеров не было, выключил чатик. Потому что очень, очень много будет спойлеров. Спасибо. Подписка, ребят, платка стоит 25 рублей в месяц. Самую минималку поставил, которая вообще возможна. Михаил, спасибо за донат. Спасибо за поздравление. Как же круто в Найт-Сити, а? Город как город, только большой. Нет, Мана, это не обычный город. Морган Блэкхенд, Эндрю Уэйланд, Адам Смешер. Тут рождаются легенды. Черт, жрать охота. Заскочим куда-нибудь. Ты как? Джеки, Уотсон блокирует. Ты не забыл? А, точно, блин. Мне кажется, или... Так я и знал. У нас на хвосте висит фургон. Тим Гаттлви. Не нравится мне это, совсем не нравится. О-о-о. Это они! Их остепута! Дави на газ, Джеки! Давай, ведь Тингада Матра! Не могу, веди нормально! Держись, Ли! Держусь, родной. На том свете встретимся, ёпта. Нормально, нормально. Хардкорчик ощущается. Так, надо сразу в башку давать. Прицел очень водит. Автонаводку не хочу ставить. Автонаводка, это забить. Так я и знал. У нас на хвосте висит фургон. Давай, давай. Тим Гаттлви. Не нравится. Мне это совсем не нравится. Это они! Их остепута! Дави на газ, Джеки! Тим Гаттлви! Давай, Ви, стреляй! Не могу, веди нормально! Держись, Ли! Мерда, пардон! Попались, мрази! Ви! Зайца-водителя! Ага. Найс, ничего, что он с упора меня расстреливает? Так, окей. Окей, окей. Может, вообще с дробы. Но дроба тоже непонятно, как работает. Мне кажется, или... Так, сейчас, сейчас сделаем. Так я и знал. У нас на хвосте висит фургон. Тим Гаттлви. Не нравится. Мне это совсем не нравится. Это они! Их остепута! Дави на газ, Джеки! Тим Гаттлви! Давай, Ви, стреляй! Не могу, веди нормально! Держись, Ви! Мерда, пардон! Чингадо! Попортил я вид твоей малышки. Прости, Ви. Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой. Ваншота нет, да, но вы держитесь. Но максималочка ощущается, кстати. Хорошо стягают. Хорошо. Бодрякова. Черт, они явно решили не мелочиться. Ёб твою мать. А, понимаю.
Уотсон блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. О, мадам! Какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Серьезно? А что во мне такого особенного? О, у вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймет, как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Да ладно, своей девушке? Ну да. Она с ума сойдет, если... Нормально, он ей на уши присел. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Да сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Пусть едут. Больше никого не пропустим. Вот это от Ладно, души. Проезжайте. Большое спасибо. Хорошего вам вечера, мадам. Лайк ей. Молодец. Уболтали. Уболтали копа. Ребят, YouTube с утра подтормаживает, не обращайте внимания. А все в порядке. Быть вежливым, просто F5 захочешь. Прожимайте и все. Когда это я был невежлив? Всегда. Я всегда очень вежлив. Маленький Китай, это типа зоны. А, здесь карты. Ёпта. Ну, не такая уж и большая, кстати. Не такая уж и большая. Пока что. Давай из машины. Резче. О. Кобер, ты глянь, Ви. Тут все серьезно. Стреляй давай! Как-то не похоже на обычный облав. Нихера там, ёпта. Потому что это не обычные копы. Это Макс Тарк, охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только когда ситуация выходит из-под контроля. Такие они еще добивают хотя сразу. Хотя вот эти мужики им так, на один зуб. Все, спектакль окончен. Охереть. Просто не надо было нарываться. Офицер Мак Така. Все, базару ноль, мужики, сорян. Многие забавно выглядят, кстати. Окей. Ой. Так, я так понимаю, это я в своем хаосе, да? Угу. Отскок дали. Можно помыться пока. Ля. Окей. Так, что-то еще есть. Хз, что это такое, но, наверное, пригодится. Сеть сообщения, 3 штуки. Медицинский мега-розыгрыш. Ясно, блядь. Внимание, мошенники. Вредоносное ПО. Слушай, ну ничего такая, кстати, у него хата. Я тебе скажу. Куча курток разных набрали. Подожди, а он одеться не может разве? Угу. Даже так.
Нихера себе. Бодро-бодро. Штанцы. Ля, мать. Нихер... Шорты больше защищают, чем эти? Серьезно? Ну, допустим. А что это за фраер? А что это за кен? Че, нормально такой? Типочек получился. Угу. Это пока я не пойму, что такое, но окей. Так. Все, погнали спать. Какие-то, блядь, бронешорты. Ого! Это убежище Джон Уика, что ли? А, есть какие-то синие вещи, белые вещи, ты понял? То есть есть вообще совершенно разные вещи. Подождите, справа это хранилище. Ну, я бы, наверное, ревик этот дропнул. Не сильная, в принципе, разница. Этот ревик, наверное, 59. Этот 51. Давайте вот этот вот дропнем. Так, стоп. Я что-то неправильно понял. Погодите. Еще раз, снаряжение. Откуда у меня столько снаряжения-то вылазит? Хм. А, пропустил я, прикинь. За место футболки пропустил. Рваная военная рубашка. Почему? Штаны надо какие-нибудь козырные тоже найти. Не знаю, какую-нибудь майку бы просто взял. В принципе, по броне они также выходят. 9,9. Все, вообще у нас все козырно. Как шорты? Вы мне можете объяснить, как шорты больше брони дают, чем этот? Это типа, ну... Это реально прикол. Так, ну хорошо. Открыть тайник. Гуччи, спасибо. Так, чтобы перенести... Так, секунду. Угу, просто тыкаем. Так, этим и выделяются, что нам не одето. Ну, как-то так. Угу. Пусть пока будет... Это вообще хз какое-то хламье. Какие-то банки, бутылки, утоление жажды. Но пока я с этим не сталкивался, наверное, скорее всего, столкнемся, да, еще с вами с этим. Так, и теперь у меня, в принципе, последний вопрос. Это по снаряжению, по стволам. Да, у нас все четенько тоже. Я теперь спонсор, спасибо огромное. Так, все, наверное. Куча всего берется. Так, давайте, ладно. Nice speed. Просто боком, как шел, так и упал на кровать. Так, ну мы с вами почилили. Свежие брейн-дасты. Привет, фанаты брейн-данса. А, брейн-данс. Типа брейк-данс, что ли? Соскучились по новым впечатлениям вашей подборки, как всегда. Только самые свежие и интересные. Народное тело, тело и все, что есть у вас, бла-бла-бла. Короче, понятно.
О, Ви! Ты что, не спал? Даже если нет, пора вставать. Я, кажется, что-то подцепил, когда подключался к биомону корпоратки. Нейровирус, наверное. Надо зайти к Вику. Пускай проверит, что там у меня в голове. Ладно, давай подброшу. А вот нехрен подключаться ко всем одевайся, непонятным этим. Жду внизу. Нехрен свой штекер во все непонятные дырки сувать. Вот, пожалуйста. Привет, Вим. Это здорово. Риджина Джонс. Если тебе нужна работа в Уотсоне, звони. Как ты меня нашла? Откуда вообще меня знаешь? Я знаю, где искать информацию. Я ее коллекционирую. До связи, Ви. Так, понял, принял. Падай, сука, давай! Эй, как дела? Ха. Нет, 14 не пойдет. Так, мужики. Знаешь, что здесь запах? Местный народ, мой дела. Местная вонища. Еще не мутит. Точно. Просто перезвоню. Типа, знаешь, какой-то такой район этот. Привет, Вик. А, ни хера у них тут тренажер. Пойдешь? Как у тебя? Как тебе мой новый мальчик для битья? Только что надрал мне жопу. Даже интересно, как он справится с таким, как ты. Хочешь попробовать? Легчайший. Давай попробуем. Ну давай. Легче на ногах. Голова все время в движении. Почему бы и нет? Насчет боев? Ну да. Я видел тебя на ринге. Есть чутье, рефлексы хорошие. Плюс бабло. У тебя большие перспективы, особенно если модифицируешься. Эти бои, скажем так, не совсем заходят. Подпольные бои? Но очень выгодны. Выгодны для кого? Для тебя или для меня? Для нас обоих. Врать не буду, ага. Как твой агент, я получаю малый процент от выигрыша. Остальное твое. Но это справедливо. Окей, окей. Я и говорю, у тебя есть чутье. Бои проходят в разных частях города. Выбираешь место, вносишь деньги и выходишь на ринг. Победишь, получаешь весь банк. Если всех противников уложишь на лопатки, выходишь в финал. Да все предельно ясно, конечно. Абсолютно. Хорошо. Ой, только ты пока не сможешь выйти за пределы Уотсона. Можешь начать в Кабуке. Как вам идея, ребят, поучаствовать в боях? Пора по-моему... показать этому городу, на что ты способен. Why not? Я был бы не против, кстати, помахаться. Константин, да, на рекламного менеджера напиши. Да. Без проблем вообще. Спасибо. Так. Ну, показывай. Ну, у него сейчас будут стволы, это 100%. Это волыны. Ага. Ага. Гранаты. И куча, короче, модификаторов. Вы знаете, я бы, наверное, пока что... Вот это бы я бы, конечно, приобрел. Обычную точку я бы прям с радостью взял. Глушаки. Я бы точку взял на пистолет.
Или не тратить пока бабки. Блин, здесь волыны, конечно, жесткие у него есть. Очень жесткие. Обвесы на стволы. Я боюсь, как я вывезу вообще следующие перестрелки. Вот в чем дело. Потому что перестрелки здесь довольно жесткие. Стоит ли лезть? Репутация, да, нужна, чтобы дубинку взять? Слушай, нехеровая такая дубинка на самом-то деле. Окей. Ладно. Подождите, у нас у него миссия забрать заказанный пистолет. Ну, показывай. А как этот пистолет найти? Стоп, я, наверное, в затупе. Так, во-первых, пистолеты. Подождите, а какой именно пистолет? Кстати, продажа мусора. Я просто не пойму, какой-то пис надо забрать. А какой? Как-то отображаться должен или... Но он стоит этот вообще немерено. Какие-то легендарные стволы. Либо же он бесплатно просто будет отображаться, да? А, вот он, 0 рублей. 0 рябчиков. Все, увидел. Улучшение культовых предметов. Вы получили культовые предметы, документацию, которая позволяет создавать более качественные версии этого предмета. При создании каждой новой версии старая уничтожается. Культовые предметы можно улучшать так же, как любое другое оружие или предмет одежды. Угу, угу. То есть старое мы теряем. Так вы сможете повышать его уровень, показатели, чтобы использовать им на протяжении всей игры. Анкайн, спасибо огромное. Спасибо за поздравления. Спасибо. Большое спасибо. О как. О как. Подождите, а что у него было на продаже? А ну-ка. Что есть на продажу? Только лучшее снаряжение. А, нихера себе. У него разного ближнего боя, короче, прикинь, оружие. Угу. У него разные ножи, дубинки и прочее трихомуда. И куча всяких этих. Подождите, а где... Я только сейчас задумался на эту тему. А ведь где-то есть кибер... Ёб твою мать. Это чё такое? Охрененно сделано. Это, короче, модификация кровеносной системы, иммунная система, нервная система, кожа, скелет. А что нужно сделать? Я просто... Я вообще рано сюда полез. Знаешь что, давай я пока сюда даже, наверное, не полезу. Реально стрёмно. Это жесть тут сколько модификаций. А вот доступные очки... Атлетика, уничтожение, уличный бой. Короткоствол, это про тебя. Ой, тихо.
обсуждаем. Вас. А, и теперь каждая из основных характеристик делится еще на несколько. Инженерное дело. Создание. Чё, блядь? Кого? Это просто жесть. Винтовки. Включение турели. Я пока не полезу. Это очень жестко. Это, ну, прям... Блин, а на каком же оружии остановиться? Вот это вопрос. В каком же оружии мне остановиться? Привет. Время местных новостей. Совсем скоро начнется фестиваль Аратама Мацури. Честь него поужинать потрясающие многоэтажные телеги Даши. Реджина, как бы ты описала Уотсон? В двух словах. Кабуки построили японцы, но живут тут в основном китайцы. Нордсайд сиял хромом, а теперь весь проржавел. У нас тут целый аквариум корпоратов. В прямом смысле. Понимаешь, что это значит? В двух словах не уместить. Вот это Уотсон. Ну что, поговорим о вчерашнем? До связи. В отчете все написано. Охренеть. Звезды на карте заявки на расследование. Полиция заплатит вам за помощь. Фиксеры, посредники укажут вам на доступные заказы поблизости. Значок золотой, заказы фиксеры свяжутся с вами, когда вы будете неподалеку. Мне нужно заботиться о моей сестре. Понимаю. А вот и наша звезда. Черт, я успел проголодаться, пока тебя ждал. Садись. Сейчас папа доест, и поедем к сеньору Вектору. Ты вчера говорил про какой-то сюрприз. Я правильно помню? Или меня глючит? И то, и другое. Ты же вечно все забываешь. Короче, так сложилось, что я нарыл для нас офигенную работу. Так. Ну, я, конечно, не знаю, насколько она офигенная. Но выдал ее один человечек. Как же его звали? А, да, Декстер Дешон. 150 килограммов фиксера. Чувак из высшей лиги Найт-Сити. Черный Христос по смерти собственной персоной. Мне казалось, он вышел из игры пару лет назад. Подцапался с темной конторой из Пасифики. И привет. Два года назад, когда шла война банд, Декса тоже в эту жизнь. Хавать захотел, всем приятного, кто ест. Столько людей тогда в землю положили. Дексу повезло. Он залег на дно, пока все не утихло. Время непорядочно прошло. Но теперь он возвращается. Угу.
Джеки, это наш шанс. Дексу нужны друзья, то есть мы, и этим можно воспользоваться. Точно, эссе. Выиграют все. Что за работа? Мы хоть живыми вернемся? Наш мессия хочет поговорить с тобой лично, один на один. Так что сам понимаешь. Все теперь зависит от тебя, эссе. Ладно, договорись с ним. Послушай, что ему надо. Декс, самый серьезный человек среди фиксеров. Ты сам знаешь, я ничего не имею против Падре и Вакако, но... Декстер, это высшая лига. Понимаешь, о чем я? Нет, если честно. Все как всегда. Приходишь ты на чужую территорию, местный фиксер сразу показывает, чей хуй длиннее, но улыбается тебе и обещает кучу денег и заказов. Но в любом случае, ты для него просто имя в записной книжке. Официант, который принесет ему на блюдечке большой кусок от клиентского пирога. Конечно, вы ходите вместе выпить, но бизнес есть бизнес. Gracias, adiós. Estoy lleno. Я пригнал твою тачку, отдал вчера знакомому в мастерскую, чтоб подлатал ее после гонки с мусорщиками. Спасибо, мило с твоей стороны. Угу. Мигель уж для меня постарался. Тачка ездит как новая. Фиксики. Это мы посмотрим. Ну что, дельтуем? Посмотрим, как она бегает. Погнали. На самом деле, мне бы сначала башку вылечить не помешало. Так, секунду. Охренеть, город открылся. Так, одну секунду. Мне, во-первых, дали волыну. Чё-то какой-то очень серьезный пист. Увеличивает урон от попадания в голову на 50%. Что-то прям вообще какой-то очень-очень конкретный. Это получается, вот этот ствол, он даже лучше, чем... Так, и меня еще интересует... От них сообщение. Привет, Ви, это Реджина Джонс. Говорят, ты ищешь работу в Уотсоне, а я как раз по этой части. Если хочешь применить свои навыки по назначению, глянь мои заказы. Справишься, выдам еще. До связи. Смотри пару слов о твоих соперниках. В Кабуке сюрприз, придешь, увидишь. Ага. Это кулачные бои. А ну-ка, секунду. Может быть, они где-то здесь, рядом? Аптека. Угу. Второстепенные задания. А что там было написано? События, которые вряд ли войдут в историю, помощь знакомым, простые задачи и случайные встречи. Интересно, как это все выглядит. Здесь можно извлечь и установить импланты. Можно что-то продать и оставить. Угу. Угу. Так, мне надо вылечиться как-то. Прям срочно. Куда едем? К Риперу? Эй, Эсса, не гони, а? Я ж только поел. Я так и так собирался к Вику. У меня свидание с Мисти. Да ладно. Прохладно. Она милаха. Понимает меня с полуслова.
Обязательно. Этого нельзя так оставлять. На нем ведь форма была. Ой. Тут, говорит, было слишком мало места. Вот оно. Пошли, Ви. Найди меня, когда Вик почистит тебе хром. Обсудим работу, которую Декс нам приготовил. Угу. Но вы не властны над своими воспоминаниями, ибо не вам служат ваши глаза. Точнее, не только вам! И вы надеетесь, что те, кто продал вам механические глаза, удержатся от искушения и не станут подглядывать? Камеры окружают нас везде. Они есть и внутри вас. Наши радости, горести, вся наша жизнь — спектакль для наблюдателей. Предположим, ты прав. И что теперь? Мне оптику из башки выдрать? Нет уж, спасибо. И сказал Господь, встань и иди. Но будущих детей мы еще можем спасти. Не дать ножу хирурга надругаться над святостью тела. У них есть шанс. Пусть матери защитят своих детей, а отцы внушат им ненависть к хрому. Но кто они, спросите вы? Кто следит за нами? А я отвечу, это торговцы развлечениями с Альфа. Пятая колонна, ясно. Золотой миллиард. Эти гнусные твари превратили наш смех и наши слезы. 10 тысяч лайков почти, ребят. Добро пожаловать на стрим, спасибо. Не забывайте, ребят, палец вверх жать. Прямо как по телеку. Бегом к нему. Я сфоткаю, будто он раскрыл тайны правительства, и ему повязали. Откройте разум, пока не стало слишком поздно. Сейчас, ребят. Жизнь увидит, сдохнет от зависти. Охренеть, просто бомба, я балдею. Сейчас я вам, ребят, чат открою. Вы только не балуйтесь, ладно, больше? Пообщались сейчас. Истина сокрыта в радиоволнах. Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да узрит. Угу. Все, братцы, открыл их чат. Их невидимый звездный корабль завис прямо над нами. Только без спойлеров, кто ребят, здесь? И спама. А ибо они грядут. Спасибо. Палец вверх с вас. Откройте разум, пока так, не ну это понятно. Мне надо бы... Привет, Ви. Здорово. Доктор Вектор тебя ждет. Я тут пока посижу. Нам с Мести надо поболтать. Ты сегодня веселый. Нам. Я всегда веселый. Так жить легче. А если серьезно... Барсик! У, сука. Да тихо. Установка киберимплантов – популярная, но опасная процедура. Ее могут проводить только квалифицированные специалисты, которые называются риперами. В Найт-Сити есть несколько клиник риперов, где можно приобрести и установить имплант. Понимаю. Вики, привет! Как твои риперские дела? Рад тебя видеть. Какие дела? Привет, Вики. Давно не виделись. Чем обязан твоему визиту? Да на задании тут подключился к нейропорту клиентки. Думаю, что-то подцепил. Какие симптомы? Мигрень? Тошнота? Чувствительность к яркому свету? Да полный комплект. Сейчас вылечим тебя, малыш. Ну а как ты вообще? Как дела? Получил заказ от нового фиксера. Его зовут Декстер Дешон. А, знаю, он из посмертия. Нечего сказать, растешь. Типа того. Что-то не так, Вик? Давай с ним повнимательнее. Я слышал кое-что про этого Декса. Он только с виду спокойный дядя. Угу. Мне нужен набор, как у взрослых, Вик. Хочу прокачать оптику и поставить захват. Да ладно. Неужели? Наконец-то. Я бы на пистолет, Вик, на самом деле. У меня деле новая лучше. Жизнь. Кто получает поставил. Работу от Декса Дешона, тот переходит в высшую лигу. Старая техника не потянет. А, само собой. Ты молодец.
Только аванса он тебе не дал, да? А? А? Да-да-да. Да, я заблудился просто. Ну вот, я и говорю. Не нуди, Вик. Я тебе все верну. С процентами, как всегда. Последний раз, слышишь? Давай в кресло. Садись, расслабляйся. Не вора, просто взял посмотреть. Чё начали-то? Я просто посмотреть. Не считается. Оптика Кироши. Лучшее, что у меня есть. И как раз для такого случая. Охренеть, глаз, прикинь. Подключайся. Ты давай выбирай, а я пока посмотрю, что там с тобой. Пошло добро. Киберимпланты — это механические протезы, заменяющие части вашего тела. Они наделяют вас особыми способностями, которые помогают вести бой эффективнее и выживать в опасных условиях. Короче, это можно себя вообще полностью изменить, это я понял. Оптическая система и ладони мы сейчас можем с вами заменить. Наверное, это так работает. Все полученные импланты можно установить или продать в любом магазине Рипера. Типа, все я сделал, да, вроде? Установлено, да. Улучшает зрение. И все? Окей. Охренеть, он мне руку, что ли, кисть заменит? Баллистический сопроцессор повышает вероятность рикошета при стрельбе из стандартного оружия. Связывает оптический имплант с системой оружия, позволяя отслеживать его состояние в реальном времени. Сейчас мы здесь намутим, короче, у меня, я так чувствую, от моего настоящего тела останется, я не знаю. Ни хрена у меня не останется. Обалдеть. Ну и все, и здесь все остальное закрыто. Первый чисто тип по сюжету идешь. Не нет, самый плохой я сканер. Не спешу, ребят. Он я показывает данные играю по на рукавице глаза, ну а бонусом создает помехи для внешних лиц. Короче, объясню по-простому. Если тебя засечет камера, лицо будет смазано. Но учти, тело все равно будет видно и идеально. Угу. Вот это подойдет. Как раз сконнектится с Кироши. Я готов. Вырезай. Отлично. Можем работать. Да ладно. Давай клади свою руку, игрок высшей лиги. Вот так. Молодец. Охренеть. Ну что, сейчас обезболим и можно резать. Чувствуешь что-нибудь? Тебе что, прямо в подробностях? Ты сейчас как стоматолог. Они тоже все время задают вопросы. У тебя улица доиграем. Я старый, а рука у меня своя. Ты скользнет еще. Не надо. Сейчас будет темно, не пугайся. Спокойной ноте. На нахер. Ну теперь давай проверяй, как работает магия. Ты магия, ты лампочку выключил мне. Поначалу может быть неудобно, но там
Знаешь, помехи, туман или там размытость. У меня такое ощущение, у меня в голове, блин, ковыряются. Все в порядке? Ну да. Типа нормально. Ёпта, ты мне еще с рукой-то делаешь, слышь ты? Да охренительно. Ха-ха-ха, супер. Сканирование людей. Просканировав человека с помощью оптического киберимпланта, вы сможете узнать о нем много полезного. Насколько он силен, какое оружие предпочитает. Принадлежит ли типа какой-то тусовке. Теперь сканер. Устойчивость к огню. Нужно пара секунд, чтобы к нему привыкнуть, но в жизни вообще сразу мало что получается. Потом сканер синхронизируется с мозгом. Прикинь. И будет считывать твои намерения. У кого, ребят, уроки идут, кто на урок, через него у то тебя в институте давайте, чтобы все нормально, у вас тоже было. Если болеть. Встретишь плохих парней, будешь знать, что они делали плохо. База данных полиции. Теперь вам доступны сведения о людях, за поимку или убийство которых назначено вознаграждение. Их поможет обнаружить ваш сканер. Полиции все равно, сдадите ли вы их живыми или мертвыми. Поэтому их судьба зависит только от вас. Не, серьезно. Я потому что, ребят, вас сейчас грузят. Тебе понравится. Жестко. Кибернетическая ладошка. Счетчик патронов и новую мушку. А что с вирусом? Там еще этот нейровирус. С последней работы. Проверишь? Я уже проверил и удалил, когда ставил тебе имплант. Заодно слегка почистил твой софт. Считай, официальная проверка антивирусом. Черт, Виктор. Даже не знаю, что сказать. Пообещай, что будешь это принимать. Два нажатия сразу и еще два через час. Спасибо еще раз, Вик. Я у тебя в долгу. Нихера себе. Покажи там всем. Только старика не забывай, когда выйдешь там свою. Спасибо, родной. Да какой ты, я тебя умоляю. Ты мне тут глаз, волшебный глаз, ёпта, вставил. Ты где застрял? СМС-ка пришла. Да сейчас иду. Нет. Глаз видал, какой вставили? Шикарно. Давай вообще просканируем кого-нибудь. Сведения о судимости отсутствуют. Какая красота! Мирон Ларионов. Технологии! Ёпта. Твоя сердечная чакра немного в дисбалансе. Я ее гармонизирую. Но тебе надо избегать мест с негативной энергией. И вообще всего... Тут такие новости. Я поговорил с Дексом, пока тебя кромсали. Он подъехал, чтобы с тобой поболтать. Парканулся тут в двух шагах. Около Грамши Бургерс. Окей, постараюсь договориться. Окей, мужик. Кстати, смс-ка пришла. Давай штри, то я в курсе. Привет, хочу тебе кое-что предложить. Дело довольно деликатное. Последнее время на улицах стало много киберпсихов. Ты, наверное, в курсе. Меня эта тема очень интересует. По разным причинам. Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вылечить. Ага. Слушай, я понимаю, как это звучит. Но мне кажется, что экспериментальная терапия — это лучше, чем пуля в башке. Если я узнаю, что у кого-то приступ, я тебе позвоню. Может, ты успеешь что-то выяснить до того, как приедет Макс Дан. Только не забудь, тебе не нужно снова убивать. Попробуй просто вырубить психа, я тогда пришлю за ним машину. На самом Надеюсь, деле все называется... понятно? Пандемониум!
Если вы не хотите убивать врагов, вы можете обезвредить их несколькими способами. Несмертельное устранение, несмертельные скрипты, несмертельное оружие. Ага. Угу. Возможно ли жизнь за пределами тела? Смотри! Кто эти порождения сети, если не души, покинувшие наш бренный мир? Я слышал их голоса. Не следует живым переступать проклятую черту, ибо души их пополнит адская вольт. Слышал их голоса? Что они говорят? Они не говорят на языке смертных, о нет. Они стенают, бьются в агонии, отторгнуты от земного облика. Среди них женщина, королева Лилит. Ее голос холоден, как лед. Она обрела покой. Как пьяный до радио, ёпта. Как это, в дверь, когда стучат. Здравствуйте. Не спросит. Ёпта, пацаны, я смотрю, у вас тут все нормально. Вознаграждение! Бан, блядь. Легчайше. Да за шо? Блять, за шо? Я ж вам помог. Ёпта. В смысле? Да за шо, мужики? Окей, постараюсь договориться. Ты чего? Привет. Хочу тебе кое-что предложить. Дело довольно деликатное. В последнее время на улицах стало много киберпсихов. Ты, наверное, в курсе. Меня эта тема очень интересует. По разным причинам. Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вылечить. Ага. Слушай, я понимаю, это звучит, но мне кажется, что экспериментальная терапия — это лучше, чем пуля в башке. Если я узнаю, что как... я тебе позвоню, может, ты успеешь. Кто-то выяснит, кто-то... Как вот, допустим, вот... Вымогательница. Как вот, допустим, вот взять и помочь, типа, этим? Только не забудь, тебе не нужно никого убивать. Попробуй просто вырубить психа, я тогда лично займу машину. Надеюсь, все понятно? А, подождите, стоп, а что если... Это была хуёвая идея! Ладно, херси. Блин, было бы интересно на самом деле здесь посмотреть. Йоу, мистер Ви. Рад встрече. Здорово. Декстер Дешон. Собственной персоной. Ха-ха. Езжай. Не против, если я сначала спрошу? Что, на твой взгляд, лучше? Быть никем и спокойно дожить до старости? Или вписать свое имя в историю и отдать Богу душу еще до 30. Это что, проверка? Нет, просто моя любимая тема. В смысле, загадки? Интересно. Нет, мистер Ви. Да, какое... Философия. Да, понял. Теперь слушай. Конечно. У меня на примете серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщиков. Ну и что за дело ты приметил? Есть один прототип. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. Угу. Я уже раз в машину сходил. У корпорации, наверное. Угу. У Арасаки. Это же не проблема. Корпораты — те же мусорщики. О, ты настроен серьезно. Чувствую, это станет началом прекрасной дружбы, подкрепленной большими деньгами.
Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрёма. Потом поговори с заказчицей биочипа. Ничего сложного, она просто нервничает. Хочет увидеть исполнителя. Так, а что за дело надо уладить с Мальстрёмом? Вставляй щепку. Классическая история. Две недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха. Разжилась техникой. Корпораты до сих пор не знают, что это были мальстрёмовцы. Среди этой техники был Болт. Маленький боевой робот. Прототип. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот бот. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Только учти, это игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены Мальстрёму. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик. Он был у Мальстрёма главарем. Мы ударили по рукам, а через три дня его сместил ближайший друг и сподвижник Саймон Рэндалл, он же Ройс. Теперь он главный, и я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшественника. Вдобавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Мередит Стаут из Мелитеха. Охренеть. Что за человек этот Ройс? Просто психопат. Из тех, что любят хром. Тут таких много. Твоя правда. Отличие только в том, что не все отправляют друзей в промышленную микроволновку. Говорят, сначала лопаются глазные яблоки. Чпок, и все. Потом тело превращается в гуляш. А кто эта мадам? Корпоратка из отдела безопасности. Носится по городу, как угорелая, спрашивает, куда делся груз. Возит в багажнике парня, который как-то причастен. Корпорации не прощают ошибок, поэтому она уже, наверное, отчаялась. Подумай, как обернуть это себе на пользу. Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаю. Расскажи о нашей заказчице. Зачем ей меня видеть? Ее зовут Эвелин Паркер. Я пытался пробить ее по базам, начал спрашивать по городу. Так, и что? Откликнулись ребята из Пасифики. Попросили, чтобы я перестал спрашивать. А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдет прямо в пекло. Меня там не будет. Тибак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель. Сам понимаешь, почему. Так что выбор пал на тебя. Думаю, я знаю все, что надо. Пора за работу. Как приятно слышать. Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою. А болтом займись уже сам. Жестко. Окей. И еще, мистер Ви. Так тихая жизнь или смерть в лучах славы? До скорого. Некоторые действия идут на пользу вашей репутации. Улучшайте репутацию, чтобы повысить свой авторитет в преступном мире. Найт-Сити, открывайте новые возможности. Джеки, я поговорил с Дексом. Гордит ты большой человек во всех смыслах, скажи. Он типа хочет убедиться, что мы профи. Видимо, профи умеют разгребать говно за Мальстрёмом и Мелитехом. Там какой-то бот, военная разработка. Мальстрём его украл, а Декс купил, но не получил, потому что у них сменилось руководство. Да, слышал. Ройс устроил Брику дворцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. Бандитов играешь, да-да-да. Еще дал номер какой-то бабы из Мелитеха, но... Пиши в чат. Не знаю, как она нам поможет. Чемпион. Пророк, спасибо за 100 рублей. Удачи, Леха, это мой первый донат. Спасибо. Еще вот какое дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей, Эвелин Паркер.
что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды. Декс отправил меня. Ну, хозяин, барин. Итак, с кого хочешь начать? С мальстрёмовцев или с Паркера? Думаю, сначала постучимся к Мальстрёму. Ногой. Орле, тогда я поеду к All Foods и посмотрю, что... Сейчас жопа будет. Hasta luego. Что-то мне подсказывает, что ничем это хорошим не закончится. От слов совсем. Вы мне, кстати, пишите, Лёх, ты в той перестрелке просто по копу попал. А, все, я понял. Я услышал. Ага. Понял. Ну, есть у меня человечек. Когда смену закончится... Мне кажется, так не стоит врываться. Бля, на мост, что ли? Позвонить сотруднице милитеха. Как ее еще раз? Ну-ка, подожди-ка. Мередит Стаут. Стаут, начни с того, откуда у тебя мой номер. И не только номер. У тебя вроде как проблемы с конвоем. Эй, заткни его! Говори, что знаешь. Быстро. Не по телефону. Встретимся и обсудим сделку. Без тачки, ребят, пока пробегусь. Ладно. Первый съезд со Skyline в сторону Нордсайда. Под переходом есть водосток. Встретимся там. Я бы, кстати, с ней встретился. Интересно. Ты звонил, правильно? Угу. Да, я. Сука. Думал, ты меня шантажировать будешь, пиздёк. Условия ставить? Давай свои условия! Успокойся! Я просто хочу поговорить! Сука, блядская. Господи, Мередит! Хлебало завали! Эта херня готова? Так точно. А теперь отвечай на вопросы. Быстро и честно. Ты тут один? Один, как видишь. Это правда. Проверьте территорию. Теперь слушай внимательно. Это он твой наводчик, Энтони Гилкрест. Он слил тебе инфу по конвою. Пошла в пизду вместе с этим, со своим, блядь. Я не знаю никого. Я его первый раз вижу. Не врет. Шо, блядь? Слушай, я знаю, где груз. Извини. Я могу тебе помочь. Ты, мне просто нужно кое-что взамен. Хм. Бабос или отсос? И денег у тебя нет. Я говорил тебе, что я не крыса. Господи Иисусе. Заткните его. Выпусти меня, пока помянем. Я... Слышь? Ты его это... можешь отпустить. Хочу послушать, что он скажет. Тебе пиздец! Умник! Мне нужен бот. Модель Болт. Он у ребят, которые тебя грабанули. Оставишь мне я бота. Я его запомнил. Я сдам налетчика. Отвечаю. Ты знаешь, как его достать? Я могу забрать его силой, а могу заплатить, как они и надеются. Второй вариант. Только платить им ты будешь нашими деньгами. Вообще запросто.
Нахуй ты пойдешь. Серьезно? Знаешь, что стало? Я внезапно передумал. Зря. Очень зря. Все, давай. Маме привет, ёпта, я с тобой не собираюсь сотрудничать. И шоколадного своего забери, блядь. Помянем, ёпта. С таким подходом будешь, блядь, сама с собой, ёпта, сотрудничать. Крыс столовая. Да. Сейчас бы мне в этот в очко провод сувать и к виску ствол подставлять и еще рассказывать мне, что мне делать. Ага. Сейчас. Не прогнулся, ёпта. Что, дебил? Да ладно. Первый баг. Полет нормальный. По поводу этого, сейчас встретимся с Джеки, и с этой бабой надо аккуратно быть, реально аккуратно. Потому что просто очень мутная. Чё он хочет? Блин, с чем же остаться, я думаю. Надо посмотреть, есть ли снайперки здесь. Если есть снайперки, будет вообще козырно. Вот и ты. Рассказывай, что нарыл. Короче, Декс уже купил у мальстрёмовцев бота. Неясно только, захотят ли они его теперь отдавать. Он заплатил им вперед? Их оле. Ладно, хер с ним. Бот так бот. Как будем его вытаскивать? Думаю, по-хорошему не получится. Это ж мальстрём. У банд правила простые. Намек понят. Кто сильнее, тот и прав. Или ты всех ебешь, или ебут тебя. Ну что, хромовый ад? Погнали. Посмотрим на этих уродов. Ладно, давай постучим. Посмотрим, пустят ли нас. Бля. Ну чё, пацаны? Аниме? Вот как назло. Я этих сучар на дух не переношу. А я прикидываю сейчас, что будет. Вот возьми Валентина. Они почитают Бога и Санта-Мадре. И честь для них тоже кое-что значит. Ты знаешь, чего им надо, как они... Я вас не знаю. Нам нужен Ройс. Мы от Декса. Главный зал. Мы вас ждали. По-любому сейчас пока не... Да, по-любому какая-нибудь подставуха. Пару фикусов поищу. 100% я вам отвечаю. Уёбки, для фабрики жратвы у них тут очень неплохая охрана. Да,
техника, наверное, вся с конвоя. Представляю, как эти черви в ней копошились. Слышал про их шефа Ройса? Декс о нем говорил. Назвал его особенным. Особенным. Охренеть. Минус, Холмс. Осколочная противопехотная мина направленного действия. Моя любимая. Со вкусом. Слышь, друг, а как мы отсюда выходить потом будем? Ты не подумал об этом? Смотри, инопланетяне. Шоколада, ёпта. Мне нужен Ройс. У меня с ним сделка. Мистер Ройс пока что занят. Говори, что надо. У вас есть бот. Модель МТ-0Д-1-2. Его называют Болт. Ну, допустим. Тебе-то что? Меня прислал человек, который заплатил Брику за болта. Мне надо его забрать. Я могу поговорить прямо с Ройсом, если надо. Не, будешь говорить со мной. Я Дум-Дум. На диван, бля, быром. Можно, кстати, знаешь, что попробовать в настройках реально рубануть? Я что-то только сейчас подумал. Вы правильно пишете. А что, если вообще зернистость убрать? Стоп, ну она у меня выключена. Размытие выключено. Угол обзора... Отражение. Здесь вот под вопросом, на самом-то деле. Да не, нормальный графон, хорош. Ну, по крайней мере, для глаза мне прям приятный. Доброе утро, доброе, ребят. Здорово всем. YouTube, да, перестал лагать. Welcome, ребята. Тебе не забывайте чё, ставить, блядь, лайк, подписывайтесь на канал. Нужно. Чай, кофе. Я постою. Тебе чё непонятно? Положи свою жопу на диван! А ты заставь. Ну, ты сам попросил. Давай, блядь! Паркуй жопу, пока я тебе третий глаз не... Просто сядь. Это плохо кончится, но... Сука. Ск. Ну, заебись. Чё такой хмурый? Улыбнись. Дунь. Что дуешь? Скан, чистый, как детская присыпка. Черная дурь? Ее ж нигде не достать. Хорошие у вас каналы. Какой эффект? Поднимает адреналин и эндорфин, и поэтому ты не чувствуешь боль. Кошмарит так, что похоже на психоз. Ее давали солдатам во время корпоративных войн. Киберпсихи ей закидываются как конфетами. Если испарять, эффект тот же, только чище. Давай, не бзди. Да не буду я. Спасибо, не употребляю. Свидание. Роск против наркотиков, сука. Пятиглазые. Ну и пожалуйста, мудила правильный. Пошел ты, блядь. Я тебе глаза
натяну. Не знаю, какой точно, вот, но какой-нибудь. Болт. Модель НТ-0-Д1-2. Т-3000. Дай заценить. Да пожалуйста. Да, это оно. Хитро выебанная штука. Динамическая броня с термооптическим камуфляжем. Контроллер Ворон. Полная когнитивная иммерсия. Зацени, все приводы сделаны из смеси титана, ванадия и кевлара. Смотри, что будет. Интеграция абсолютная. Когда паучок залезает на стены и ползает по потолку. Да, хера себе, можно паучок. И блевануть. Ну как тебе? Бля, не хватает немножко. Ладно, сойдет. Ха! Гляди, сука, какой привередливый. Бабло вперед. Брик все получил. Мы в расчете. Брик все получил. Ну и где ты здесь видишь Брика, а? Ты че, хуила аравайская? Я тебя спрашиваю. Да брось. Давай, нельзя же платить за одно и то же два раза. А тут не ты решаешь, что можно, что нельзя. Скажи заплатить два раза, заплатишь два раза. Условия простые. Нужен болт. Показывай, Эдди. Я тебе сейчас покажу. Вы уже один раз получили деньги. Так что, мне кажется, нам полагается нехилая скидка. Скидка? Блять! Ты так и не сказал, кто тебя прислал и на кого ты работаешь. Меня прислал Декстер Дешон. Декстер Дешон! Жердяй, который наебал половину Пасифики! Он до сих пор жив! Смотри, ёпта! Жив! Еще тебе. Юморист хуев! Просил передать привет. Теперь подумаешь над моим предложением? Чё, родной? А? Я ждать не буду. Пока. Давай. Не сувайся, родимая! Пошла, ёпта, душа в рай. Bueno, que chingados estás esperando? Свободный, блядь. Забирай боты. Только побыстрее. Понять, как отсюда выбраться. От сосата пипита бомбини. Оружие с рикошетными пулями. Да не, ну это заморочь. Вот сюда, ёпта. Все пистолеты. Улучшение культовых предметов. Весело? Или уже не весело? Сюда мне. Все наше. И боты контроля. Пошли. Чем быстрее, тем... С гранатами отдельно разберемся. Давай сваливать. Хочу быстрее на воздух. Сейчас, мой хороший, погоди-ка, здесь что-то... Больно у них вкусностей много. Я бы сказал, чересчур много. Слушай, нормально мы их развалили. Ты бы нашел лохов два раза платить. Ты что, дурной совсем? Чудачи нет. Мы все-таки как бы тоже бандиты. Так-то. Фу, блядь, ебаное мясо. Сейчас весь провоняю. Это ж конвейер. Вообще, я думал, ты любишь мясо. Точно нет другого пути. Нормально. Ай. Порновирт. Я понял. Дрочтв.ком. Куда залез-то?
А? Круто, работает. Пошли. Сейчас, мой хороший. Опа. Шо? Тут все просматривается. Осторожно. Вылазь уже! Заебало тебя искать! Джеки Уэллс! Блять! Ну что, повеселимся? Поссать подано! Уберите его от меня! Жестко. Под дробан вообще нельзя лезть. Здесь эта игра очень-очень наказывает на максимальном уровне сложности. Мерда. Нас отрезало. Забирай боты и контроллер. Бля, опять все зано. Быстрее. Все наше. И боты контроллер. Там надо, знаешь, откуда их долбить? Их надо долбить вообще с другой стороны. Боевка мне не нравится в этой игре. Сразу скажу. Сугубо мое личное мнение, но нет динамики. Это, знаешь, это очень похоже... Идея из Mass Effect'а немного есть. То есть, знаешь, вот это вот... Но там она реализована была... Пободрее была реализована, на мой взгляд. Здесь такое, ну, под вопрос. Вообще, я думал, ты любишь мясо. Бля, точно нет другого пути. Круто, работает. Пошли. Пиши. Тут есть камеры. Thank you.
Тут все просматривается. Осторожно. Дамы и господа, Джеки Уэлл. Прикрой меня, ведь! Боевка вообще уебанская. Крайне уебанская боевка в игре. Погоди! Я перезаряжу! Знаешь, откуда? Я понял, откуда, похоже. Я понял, короче, я понял, с какой игры. Как она называлась? Блять, как же она игрушка называлась? Который один из самых провальных проектов. Чингада Мадре! Бля, как же она... Как же она называлась? Бля, да как они, ёб твою мать, попадают здесь? Не Watch Dogs. Не-не-не. Там тоже такая же вот карусель, там типа... Ну вот это вот все есть. И хеды, все. Как же она называлась раньше, помнишь? Сейчас я вспомню. То ли Divinity, как она называлась? То ли Divinity, то ли... Нет, не Divinity. Что-то другое. Короче, вот что-то вот. Что-то такое, короче. Division, ёпта, во как назывался, точно, Division. Division, ребят, вот как. Вот примерно то же самое, то есть, ну, когда в игре нет хедов нормальных, то есть, когда оружие не шотает, для меня это, ну, такое, знаешь, типа, ну... Пусть знает. Под вопросом. Какой-то перегрев, еще какое-то дерьмо. Что это такое вообще? Это вот я говорю, вот оно вот все сделано для того, чтобы мы... Короче, хз. Бля. Может, я что-то не понимаю, не разобрался. ХЗ, короче. ХЗ. Такое. Камеры тебя, блядь, ломают. Еще какая-то хуйня творится. Бегом, бегом! ХЗ, короче. Осторожно,
У них гранаты! Короче, хуй знает. Это какая-то, блядь, смесь с масс-эффектом. Прячься, Ви! Ты ранен! Сложно мне сказать. Граната летит! Постоянно что-то горишь, блядь. От какой-то... Я, короче, хуй знает, что это такое. Я вам серьезно говорю, вот это, ну, типа... Ну, не знаю. Первая же боевка, она прям, ну, вообще мега дерьмище. Просто, просто редкостное дерьмище. Тебе надо постоянно вот эту вот хуйню какую-то ломать. Короче, хз. Не знаю, ребят. Чингада Матра! Бля, постоянно какой-то перегрев идет. Я говорю, ну... Хуй знает, короче. Сам сюжет тоже намудрили очень-очень люто. 150-500 тысяч миллионов информации, ну не знаю. Сейчас будем разбираться. Такое. Ну, под вопросом. Осторожно, а то так чисто пофаниться, может быть, но... Типа... Не знаю. Такое, блядь. Может быть, просто я... Знаешь, как... мне другие игрухи нравятся. Это не шутер. Я еще раз говорю, я не говорю, что игра плохая. Я просто вот... Вот по первой же боевке, по первой же перестрелке, я просто одно могу сказать. Меня в самом начале напрягли вот эти вот, знаешь, когда ты стреляешь, урон, бля, какой-то непонятный вылетает. То есть, ну, типа хз. Не-не, не в сложности дело, это все, это понты. Дело в другом, дело в самом, в самой игре. То есть, ну, она, как сказать, она... Ну, хуй знает, короче. То есть, тебе, чтобы что-то сделать, нужно отключаешь камеры, блять, постоянно в этой заходишь, копаться. Я не знаю, короче, это... Это больше RPG, чем шутер, скорее всего, да. Наверное, скорее всего, ты прав. Да, наверное, здесь ты прав. Может быть, просто не под мой стиль игры, да. Это из разряда, знаешь, какой, я тебе говорю, вот этот вот, не Divinity, а как вы написали игру. Вот примерно то же самое. То есть, почему я в ту не стал играть? Потому что вот этот вот вылетающий урон, это, ну, тебя взламывают на постоянке. Ну да, типа, я не знаю, правда. Очень-очень двояко. То есть, реально двояко. ХЗ. Очень странно с названием игры Киберпанк ждать, что с тобой будут устраивать дуэли на АВП. Я еще раз говорю, Балконский, блять, ребята, услышьте. Услышьте, я не говорю, что игра хуевая. Я не говорю, что она плохая. Я просто говорю то, что мне, ну вот конкретная вот игра, она мне не заходит. По чесноку говорю, она, ну, просто мне не заходит. Потому что, ну... Ну, просто это мое мнение как игрока. То есть, дело не в сложности. Она простая игра, на самом деле. То есть, все одно и то же. Враги стоят на месте. Я не вижу какого-то нормального, на самом деле, искусственного интеллекта, которые будут там прятаться, что-то делать. Я выхожу, ему лоб в лоб, он стоит. То есть, ну, как бы... ХЗ. ХЗ. Под вопросом. Под вопросом. Возьми за челлендж, пройти ее, как бы ни горело, нахуй ты сдаешься. Что ты несешь, блядь? Боже. Ты не слышишь вообще, что я говорю? Какой нахуй челлендж? Какой ее пройти? Что ты вообще? Что ты городишь? Я ее ждал, но я отвечаю, мне от боевки блевать тянет.
Ну вот я смотрю на эту боевку, меня просто, блядь, тянет блевать. Ну, парни, я хз. Ну подождите, давайте я не буду сдаваться. Стоп. А, можно ли? Хорошо, давайте посмотрим где-то в настройках. Может быть, вот эту всю карусель можно вообще отключить. Погодите. Сейчас мы разберемся. Так, подождите, игровой процесс. Ну, я не вижу этой херни. В игровом процессе я не вижу отключения вот этого. Это что-то, да, что-то с, вроде как из РПГ, блядь, сюда замешали. Видно урон, ты можешь одеваться, есть броня. Блять, при этом миллион разных способностей, миллион веток. Я, правда, я не знаю. Может быть, просто, ну, реально, фаны, нужно поразбираться, посидеть. Я... Мне сложно сейчас что-то сказать. Хз. Хз. Очень двоякое у меня впечатление. Давайте еще раз попробуем. Ладно, хорошо. Сейчас попробуем поразбираться. Не знаю, насколько мне хватит, но через силу я точно играть не буду. Дамы и господа, Джеки Уэллс! Сейчас ты тоже сдохнешь! Ну что за пиздец? Тебя увидят! Прячься быстро. Блять, а камеру выключил, у меня сам перегрев идет. Осторожно, а то нас поймают. Было, а?
Ну что, повеселимся? Попал! Перезаряжаю! Еще попробую, подождите. Если, то есть, мы вот так вот делаем, да? Подождите, это не так долго. Погодите. Я бы не сказал, что это долго. Допустим, да, вот камера. В принципе, играбельно. Погодите. Разбираться. Осторожно. Опять же, камера. Угу. Все не настолько плохо, погодите. Ребят, модеры в чате, я прошу, вы вычистите мусор. Почему люди нормальные в чате смотрят за этим? Еще раз, вы, ну, или что-то делаете, или как-то, ну... Я же открываю чат для всех, для того, чтобы люди нормально общались. Поэтому, ну, как-то так. Я же не бросил ничего, я пытаюсь сидеть, ну, разбираться. Почему все это блевотина в чате что-то высирает? А ну,
Давайте уважать как друг друга. Спасибо. Всего очень много всего лежит. Вылазь! Покажи свое ебальце! Эй, Би, не спеши. Тут есть камеры. Быстро! Хороший выстрел! Блять, понять бы, от чего мы горим постоянно, вообще было бы заебись. Слишком мало в тебе дыр! Ви! Тебя ранили! Спасибо. Я под обстрелом! Вот так! Эй, ублюдки! А ну сюда! Ой, что-то мы там крутое залутали. Новая рука, что ли, было написано, или что-то типа такого. Посмотрим. Лута просто в игре неимоверное количество. Я более непробиваемый! Ага, молодец. Искусственный интеллект очень слабый в игре. Увидимся на той стороне! Хочу, ну, сразу это видно. То есть много таких сцен, где они просто, ну, тупят ходят. Хотя, может быть, это только здесь поначалу, может быть, отдуплиться. Сейчас посмотрим. Игры кончились! Прими меня, Вальгалла! Не подставляйся! Мне кажется, мы горим просто 24/7. Просто вот, ну, я не знаю, блять, просто постоянно мы горим. Увидимся на той стороне! Прячься, Ви! Ты ранен! Бля, я ебал эти камеры просто... трехфазным током. Не жалей никого, слышишь? Ну, вроде бы все.
Так. Процесс пошел. Куча каких-то стволов падает, еще чего-то. Просто надо сейчас посидеть, потыкать. Вообще, что мы хоть навыбивали? Мне кажется, мы уже какие-нибудь волыны выбили, вообще просто имбовые. Потому что их просто, они как из этого, из рога изобилия сыпятся. Апгрейды, еще что-то, чипы, не чипы. Хилка, кстати, вообще не заканчивается. Вообще. Штаны. Прям очень много всего. Заебись, мы зашли. Ну и что это такое? Что нахуй задал боебизм, блядь? Сейчас разберусь с этим хуесосом. Сейчас покопаемся в стволах. Мне интересно, что там за стволы. Там уже и штурмовые винтовки повылетали, и что там только не вылетало нам. Сейчас посмотрим. Давайте-ка все потестим, посмотрим. Так. Снаряжение. Ну, допустим, за место. Ёпта. Это просто атас. Короче, давайте мы сделаем следующим образом. У меня почти полный инвентарь. Короче, я предлагаю здесь засейвиться. Сейчас знаете, что сделаем? Сейчас сделаем перерыв до вечера. Я посплю, потому что ночь не спал, ребят, с этой игрой. Пока качали, пока туда-сюда. Вы пока подпишите комментарии. И обязательно посмотрим с вами дальше эту игру. Посижу, поковыряюсь. Боевка говно. Пока игру не понял. Пока что. То есть это... Пока не понял. И искусственный интеллект 100% говно. Озвучка 5 из 10. Боевка не мое. Давайте вот так скажу. Больше пока ничего сказать не могу. Спасибо огромное, Ванос, прошедшим Серегу. Да, спасибо. То есть как-то вот так.
То есть это просто сугубо мое мнение, не более того. Все, ребят, давайте, да, сейчас привыкнем, сейчас попробуем, посмотрим просто, может быть, чего-то не поняли. Сейчас тогда вечерочком сделаем следующую серию. Все, ребят, пойду немножечко покемарю, а то я засыпаю уже. И это РПГ. Нет, ребят, РПГ это... Sacred это другие игры, но не знаю, не знаю. Может быть, я повторюсь, я просто что-то пока не шарю. Все, ладно, до вечера, не будем спорить. Давайте в комментарии, ребят, сейчас все зайдем под видеоролик и напишем, что вообще думаете. До вечера.